Здравствуйте, я Кира, мне 13 лет. Я занимаюсь актерским мастерством уже 2 года. Я думаю, что я могу сыграть любого персонажа. Я очень скромный, но эмоциональный человек. Моя эмоциональность иногда мешает мне в личной жизни, но помогает в актерском мастерстве. Я занимаюсь джиу-джитсу и рисованием. Есть одно правило, которое я считаю дурацким. Это перечить взрослым. Потому что взрослые могут быть тоже неправы, и это нормально. Все имеют право на ошибку. Спасибо за внимание.